Жесть, как я устал сегодня. Сейчас домой приду, все продукты на место положу и надо спать ложиться. Честное слово, я не знаю. Я так долго ехал, еще ночью сегодня так, в принципе, плохо спал, то что... Меня просто врубает, ребят. Извините то, что я зеваю. Скорее всего, вы сейчас тоже захотите зевать из-за того, что и мне прям очень сильно зевать охота, но... Говорят то, что это нормально. Так, ладно. Пакеты вот сюда. Так, этот торт получается для Лески с Нубиком. Так, стейки я куда-нибудь на стол, что ли, или в холодильник просто закинуть. Ладно, я, короче, в холодильник пока что закину. Я думаю, то, что если надо будет, они просто разогреют. Все, так, я... Да, точно, руки нужно обязательно помыть. Ё-моё, что за фонтан здесь у меня? Надо будет потом разобраться, обязательно починить это дело, а то это уже никуда не годится. Так, все, выключаю. Все, а точно, еще свет надо выключить. Чуть не забыл. Да что ж такое-то? Когда я уже перестану зевать? Ладно. Так, еще в туалете свет выключу, а то как-то слишком светло дома. Все. Как говорится, утро вечера мудренее. Жесть, как я не люблю ночью просыпаться, когда просыпаешься, и как будто бы кажется, то, что ты капец как сильно хочешь пить. Ах, так вставать неохота, там так холодно. Ладно, я по-быстрому. Так, все, встать. Так, Шадимен, то что ж такое-то? Так, попить взять сейчас. Ой, как холодно, еще в холодильнике оттуда холод такой веет. А, великолепно. Свежая водичка, свежая. Фух, ладно. Все, снова спать, спать. Спать, это... Стоп, это что такое? Стоп, это... Это же я. Стоп, это... Если это я, то кто тогда я? Так, я ничего не понимаю. А, друзья, прием, на связи Шадимен. Кто-нибудь мне, пожалуйста, может объяснить, что вообще сейчас происходит? Я как бы лежу на кровати, и при этом я прямо сейчас нахожусь перед вами. Что за бред? Скажите мне, пожалуйста. Стоп, или это сон? Или это сон? А если это сон, то почему он такой, как будто бы он все прямо совпадает один в один? Хотя, знаете, у меня действительно один раз был такой сон, то что я проснулся, и я вокруг себя видел комнату, и походу со мной сейчас такое же происходит в Майнкрафте. Друзья, если у вас было что-то подобное, то напишите в комментариях и обязательно поставьте лайк под этим роликом. Я, походу, попал в настоящий осознанный сон. Погодите, вроде бы, если в осознанном сне... Ты что-то представляешь из-за того, что это сон, то это сразу же максимально быстро сбывается. Что если я сейчас попробую, например, загадать, чтобы у меня была какая-то броня? Или, к примеру, алмазы. Куча алмазов. А, вот оно. Так, ладно, это работает. Это реально работает. Офигеть, зачем мне только столько мало алмазов теперь? Так, стоп, что делать, что делать, что делать? Жалко, Леска с Нубиком уехали. Но если это сон, то, видимо, в этом сне... Их просто у меня нет. Ну-ка, а что интересно происходит в туалете? Хм, все то же самое, ничего такого необычного. А, так. Что интересно в подземелье? Да и в подземелье как бы ничего такого нет, чего бы меня могло удивить. Вещи все те же самые. Стоп, фотоаппарат! Я могу сфоткать и потом посмотреть, останутся ли эти фотки. Жалко, только сам себя никак не смогу сфоткать. Тоннель точно такой же, как в реальности, прямо у нас. Стоп, а что если попробовать выйти на улицу? Посмотреть, что будет на улице, и посмотреть вообще нашу деревню жителей. Ну-ка. Обалдеть, стоп, это... Стоп, я хочу сам себя сфоткать тогда. Ну-ка. А, у меня бумаги нет! Так, хочу, чтобы бумага появилась. И чего? Стоп, почему не работает-то? Один раз, что ли, только? Эх, жаль. Капец. Так, ладно. Ладно, я прибегусь. Так, машина точно так же стоит. Две машины. И деревня жителей точно такая же. Ничего не понимаю. О! Стоп! Что? Мне звонят? Так, погодите, у меня телефон возле кровати находится. А я даже не прос... Так, алло? Алло, Шэдди, прием. Ой, привет, это капитан. Это, срочно подъезжай в полицейский департамент, меня тут со всех сторон обступили, бандиты атакуют, слышишь? Капитан, скажите, пожалуйста, что это сон, окей? Какой сон? Ты чего? Давай сюда, скорее, к Шэдди.
Я тебя жду, мне срочно помощь нужна, они обступили весь полицейский участок. Ладно, капитан, не паникуйте, все нормально, сейчас я буду. Так, ничего не понимаю. Но это не особо на сон как-то похоже. Ладно, поехали. Вот на этой тогда машине поеду. Так, сейчас мы, короче, посмотрим, что там такое творится. У капитана. Так, если он говорит, что это не сон, то что это тогда? Стоп, а почему я... Так, я пока что ничего не понимаю. Давайте пока что мы с вами попытаемся посмотреть реально, что будет дальше. Пока что все какое-то слишком супер-пупер-мега реалистичное. Стоп, у меня же оружия даже нет. Надо в лабораторию Нубика заехать, точно, у него там оружие по-любому есть. А я пароли не знаю. У него там в сундуке есть пароль. Ой, ё-моё, еще говорю, в сундуке есть оружие, а сундук сам по себе на пароль, короче, на нем. Чё ж машина так странно едет-то? Так, ладно, все, капитан, держите, сейчас я в лабораторию заеду и сразу к капитану, все будет хорошо, все будет нормально. Какой же пароль-то может быть? Стоп, а что если сейчас работает? Сейчас я, конечно, спущусь, если мне в этом сне снится вообще сундук, если он там находится. Офигеть, как работает наш мозг, то, что он прямо один в один все это воспроизводит. А, вот он. А, какой пароль? Я же не знаю. Ну нет. Стоп, хочу, чтобы пароль был 4-4. Получилось! Стоп, а почему до этого тогда не получилось? Я не понял. Это что? Это же джетпак! Офигеть! Я во сне могу на джетпаке полетать. Ну, я, в принципе, и так мог полетать, но во сне прикольнее. Только у меня тут... А, нет, топливо есть. Офигеть, просто куча оружия, динамит. Я, короче, все возьму, все, что тут находится. Еще и яблоки алмазные. Вот это мне точно поможет. Так, надеваю джетпак вот этот офигенный. А, ракетницу, получается, вот это все остальное оружие. Так, и как-то вот так. Все, телефон тоже возьму. А вдруг капитан сейчас еще больше звонить начнет. Съем алмазное яблоко. Все круто. И посмотрим на джетпак. Офигенно, это очень прикольно. Ну ладно, он, конечно, летать в нем круто, но он летит сам по себе достаточно медленно. Он больше поднимает, нежели чем летит. Все, я поехал, получается, в полицейский участок. Так, надеюсь, что с ним все нормально. Это сон. Надо просто думать о том, что с капитаном будет все нормально, и значит с ним точно будет сейчас все в порядке. Так, все будет окей. Все будет окей. Без паники. Все будет хорошо. Сейчас я подъеду, и никаких бандитов, никого не будет. Стоп, они же реально там стоят. Стоп, так я тогда вообще ничего не понимаю. Хм, ладно. Они еще и стреляют меня! Эй! Так, я понял. Ой, а что так больно-то? Так, это супер какой-то сон, в котором капец как все чувствуется, видимо. Так, на тебе, бандит, получай. Так, вон там еще снизу находится этот. На тебе! Так, я ракетницу использовать не буду, потому что тогда ничего не останется вообще от полицейского участка. Так. Да что ж такое-то? Капец, он сильный. Я его хоть и отравляю и пуляю этой штуковиной, но все равно. Есть, один есть, готов. Так, ну-ка давайте получайте. Вот этим ядовитым шариком прямо по твоей маске дурацкой. За капитана. Так. Ой, еще один остался. Все, ну ладно, сейчас я думаю... Ой, не один, еще двое. Но я их закидаю сейчас. Сейчас я их закидаю так хорошенечко. Так, ты тоже туда налево давай получай. И ты тоже направо давай лови. Есть. Последний. Ну-ка. Эх, промахнулся. Ну-ка. Капец, я как истребитель какой-то. Все. Так, капитан. Так, капитан на втором этаже. Капитан. Ой. Стоп, а почему она тут сидит, если тут бандиты были? Она как будто бы вообще не обращает внимания. Капитан. Так, ничего не понимаю. Капитан! Я здесь, Шэдди, снизу. Да где снизу-то, в смысле? Я здесь, Шэдди, повернись назад. В смысле? Тут никого нет. Да как нет, под лавочкой посмотри. Стоп, капитан? Что с вами? А что со мной? Вы почему такой маленький, прям под лавочку поместились? Шэдди, ты чего? Никакой не маленький, обычный. Такое чувство, как будто бы каким-то другим раньше был. Ну, ты чё, серьезно, что ли? Капитан, это вы сейчас серьезно? Я вообще не понимаю, что происходит. А вы меня как видите? Как обычно. Ладно, Шэдди, спасибо. Ну что там, бандиты ушли? Да, ушли. Ну, спасибо. Все, можешь тогда идти. Если что, я еще позвоню. Хорошо. Нет, это сон. Это очень странный сон.
Это очень-очень странный сон. Так, ладно, мне даже интересно, что будет, если я сейчас поеду в сторону второй деревни жителей. Я просто в шоке, я не знаю пока что сказать. Это какой-то кошмар мне снится самый настоящий. Ну, с одной стороны, кажется, как будто бы это, конечно, не страшно, но... Я немного в недоумении. Стоп, а почему тут пожар? Почему деревня горит? Что, огромный житель? Нет, ребят, это просто настоящий какой-то дурацкий сон, самый осознанный и непонятный. Ну что? А он еще и злой, я понял. Ну держи тогда ракетницу, понял? Нифига. Вот это жестко, он прям пуляется очень сильно. Ну-ка, сейчас я... Раз это сон, тогда я буду все крушить. Ну-ка, на тебе, получай. Еще один заряд, полетели. И еще больше. Так, ну-ка вот этими маленькими сейчас. Отлично. Вот это я понимаю оружие. Так, сейчас еще один крупный заряд. Полетел. Еще один крупный. Полетел. И на добивочку. Так, еще немного. Есть. Офигенно. Так, что там у нас? Стоп, а где все жители, кстати? Опа, это что такое? Ай. Окей. Окей, ладно. Я просто... Просто из этого большого жителя... Появились много маленьких жителей, и деревня снова жива. Так, ладно, хорошо. Хорошо, я даже боюсь на самом деле ехать дальше, в третью деревню жителей. Но раз уж оно на то дело пошло, то я сегодня побываю просто везде. Потому что мне реально интересно, я потом расскажу, никто не поверит. То, что мне какой-то супер-пупер осознанный сон приснился, в котором я реально езжу. И в котором я вижу какую-то всякую непонятную дичь. Так, сейчас мы почти приехали. Так, тут получается по мосту немного нужно будет проехать. Так, я прям срезать буду, потому что это сон, значит со мной ничего не произойдет здесь. Так, ну-ка. Ну-ка, огромный голем! Что за... Что за вашу... Стоп, а это что за... Какие ужасные жители! Что происходит? Посмотрите, это просто кошмар настоящий. Это просто очень ужасные жители, честное слово. Получай. Это какие-то, я не знаю, как их назвать даже. Еще один. Ладно, сначала надо с големом разобраться, потому что он чем-то стреляет даже. Ух ты. А вот голем на самом деле явно сильнее, чем житель. Но оно как бы очевидно, мне кажется. Так. Ладно, буду вот этим оружием стрелять, потому что оно самое-самое мощное. Отлично. Хотя у меня такое чувство, как будто бы с ним у меня получается расправиться намного лучше. Еще немного. Есть. Великолепно. Из него выпало огромное количество железа. Кстати, ой, отойди от... Не. Стоп, что? Я появился дома. Я проснулся. Нет. В смысле? Я думал то, что во сне, если снится, как будто бы с тобой что-то происходит, то ты просыпаешься. Почему сейчас такое не произошло? Стоп, скажите, пожалуйста, я что, застрял в этом дурацком сне, что ли? Эй, кто-нибудь! Я ненавижу такое ощущение, кто-нибудь верните меня назад! Что за фигня? Телефон. Телефон звонит! Телефон, 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 телефон! Закройся! А где телефон-то? Он у меня в руке! Стоп! Что? Телефон звонит! Телефон звонит! Алло? Алёша, где ты, капитан? Слушай, можешь срочно подъехать? Мне срочно помощь нужна. Капитан, погодите, в смысле? Я ж подъезжал недавно. В смысле подъезжал, Шэдди? Ты чего? Подъедь, пожалуйста, я тебе честное слово говорю. Я чё-то совсем, что ли, уже? Ладно, капитан, сейчас буду. Стоп. День на улице. А где вся броня? Это всё-таки сон дурацкий был. Стоп, 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 а я же воду пил. Бутылки нет вот здесь вот от воды. И пакетов нет вот этих. Стоп, а где пакеты? Это что все? Так, я не понял. Это ж сон во сне был или что? Так, ладно. На самом деле у меня интрига. Я сейчас, если поеду к капитану, что будет там происходить? Жесть, капец, у меня чувствует... Да, по сути, это реально настоящее дежавю, потому что я чувствую ровно то, что я чувствовал какое-то время назад. А вернее, мне снился сон, в котором я делал абсолютно то же самое, что делаю сейчас. Мне очень страшно, что если капитан маленький стал? А нет, по крайней мере он на улице стоит и бандитов никаких на улице нет. Капитан? Шэдди, сюда, сюда, подъезжай.
Что случилось? Слушай, представляешь, я сидел возле окна, отошел. Ну, документы проверял. А меня потом взяла и стопка бумаг прямо из окна и ветром унесло. Я тут хожу, ищу, я несколько листов нашел. Слушай, помоги, пожалуйста, если время есть. Пробегись по округе, может быть, что-то получится найти. Ай, фух, да, конечно, капитан, без проблем. А чего ты мне там говорил, что типа ты помогал мне? А, это дурной сон какой-то приснился. Представляете, приснился, как будто бы вы маленький, под лавочкой сидите там снизу, а бандиты обступили весь полицейский участок, и я вас спасал, еще там гигантский житель был, и голем какой-то гигантский. Во-во, Шиди, ты что там перед стоп делаешь-то? Да ничего вроде такого не делаю, чтоб... В общем, ладно, я, видимо, просто очень сильно измотался, но зато сейчас я полон сил и готов помочь. Ну, вот это совсем другое дело, спасибо. Да не за что. Фух, друзья, ну что же... Меня прям капец как отпустило сейчас, потому что я реально не понимал, что происходит. Слушайте, а у вас такое в жизни бывало, реально, то, что вы просыпаетесь, и у вас такое ощущение, как будто вы все еще до сих пор находитесь во сне, либо же наоборот, снится сон, как будто бы реальность. И вы во сне понимаете, что это на самом деле сон, но не можете проснуться. Со мной такое бывало. Фух, ну что же, ладно, я пойду помогать капитану, заодно подышу воздухом. Ну а тебе спасибо большое за просмотр. Не болей, увидимся, услышимся в следующем ролике, и пока-пока.